Ответственная, интересная и очень нужная профессия – хирург. Владислав Завьялов сделал свой выбор еще в детстве. Возможно, на это повлияла его мама, которая была медсестрой. Поэтому после школы он, не задумываясь, поступил в профильный вуз. Закончил в 2001 году Кировскую государственную медакадемию. В Кирове учился все 6 лет. После учебы окунулся с головой в работу. Сначала в Княжпогостском районе, затем в родном Печорском. С 2011-го работал в Эжвинской больнице. И вот уже полтора года трудится в РГС Мед. Но до сих пор помнит свою первую операцию. Это была пупочная грыжа плановая у ребенка на интернатуре детской республиканской больницы, когда проходил. Волновались и? Да, было волнение. С годами, по словам Владислава, волнение уже не такое сильное. Сказывается опыт плюс полноценная подготовка к каждой операции, начиная с первой встречи с пациентом. Как они приходят на прием, записываются на операцию, там все обговаривается. У кого-то какие-то жизненные моменты разные бывают, кому-то удобнее там раньше спланировать операцию, кому-то позже. То есть помимо медицинских вопросов еще и какие-то социальные приходится обсуждать, чтобы удобнее всем было пациенту. Хочется сделать все красиво, хорошо, чтобы поправился пациент и был доволен. За его плечами сотни операций, среди которых были и многочасовые. В такие моменты даже усталость отходит на второй план. Ведь главное – помочь пациенту. Пока все не сделаешь, от операционного стола не отойти. Среди главных качеств не только хирурга, но и любого врача Владислав выделяет внимательность и аккуратность. Внимательность ко всяким мелочам, которые могут какую-то нехорошую шутку сыграть, если их проигнорировать. Ну, одно из качеств, а так-то, ну, должен многим, конечно, положительным качеством доктора обладать. Ну, аккуратность, наверное, прежде всего, как-то без аккуратности оперировать будет не очень хорошие результаты, я думаю. Ну, и помимо всех остальных качеств, которые должны быть у врача, там, доброта, порядочность, отзывчивость, человечность. Индивидуальный подход к каждому пациенту – залог успешной операции, уверен Владислав. С некоторыми из тех, кого он оперировал, до сих пор поддерживает связь. А свободно от работы время любит проводить с семьей или выбирается на рыбалку. Еще одно его увлечение – бег. Поддерживать себя в хорошей форме надо обязательно. Да к тому же и профессия обязывает.